Представьте, если бы вы могли сказать всего одно слово, после чего ваша жизнь существенно менялась бы. Вы бы обретали суперспособности, карманы бы сами набивались деньгами, а противоположный пол от вас без ума. У героя нашего сегодняшнего сюжета есть практически все из перечисленного. Хотите знать, что именно? Тогда вам нужно всего лишь загадать желание и проговорить одно слово. Shazam! Факт номер один. Не прогуливайте школу. За личностью супергероя частенько стоит обычный человек, но Шазам в этом плане абсолютно уникален, потому как за ним стоит обычный человек, который даже совершеннолетия не достиг. Билли Бэтсон — школьник, который в один прекрасный момент получит ряд суперспособностей от волшебника, а потом еще долго не будет понимать, что с ними делать. Факт номер два. Немного криптологии. Слово «Шазам» — акроним из имен героев различных легенд. Собственно, их силы он и унаследует. Так, чтобы вы понимали силу каждой из способностей, скажем, что Шазам, например, умеет разговаривать на всех языках мира. Хотели бы так? Факт номер три. А я первый. Шазам — один из первых супергероев в современном понимании этого слова. Первое его появление на страницах комиксов датировано еще далеким 1939 годом. Да, тогда они уже существовали. Впрочем, в те времена герой проходил под прозвищами Капитан Гром или Капитан Марвел. Но проблема была в том, что на обложках комиксов частенько писали именно волшебное слово Шазам. Так его величали и фанаты, и в итоге персонажа таки переименовали официально. Случилось это не так давно, в 2011. Факт номер 4. Я сказал, я первый. Плохо поняли, что ли? Шазам также абсолютно точно первый в мире супергерой, который засветился в кино. Он сделал это еще в далеком 1941 в сериале для кинотеатров «Приключения Капитана Марвела». Правда, в случае сериала герой не очень напоминал себя самого из комиксов. К примеру, он был уже не школьником, а скорее юношей и при этом помощником археолога. Но тем не менее, первенство принадлежит именно Шазаму. Факт номер 5. YouTube не резиновый, все не влезут. Шазам — единственный из современных супергероев, у которого есть свой официальный YouTube-канал, на который снимают и исправно заливают ролики его сводный брат Фредди. Ролики короткие и эффектные, но, к сожалению, существуют только в фильме. А жаль, нарезочку трюков Шазама хотелось бы иногда посмотреть и на настоящем YouTube. Факт номер 6. Подкачаться к лету. Шазам, как мы уже говорили, невероятно сильный супергерой, поэтому исполнителю главной роли Закари Левайу пришлось таки раскошелиться на абонемент в тренажерный зал. Свои похождения он исправно заливал во все, какие только можно, соцсети, и что сказать, парень действительно преобразился визуально, а комплексы его упражнений можно смело брать на вооружение. Так держать, Левай. Факт номер 7. Делитесь, и будет вам счастье. Шазам также единственный супергерой на нашей памяти, который умеет раздавать свои способности. А больше мы вам ничего не скажем, иначе фраза будет подпадать под статью «Особо злостный спойлер». Факт номер 8. Сейчас пою. Большим фанатом Шазама был Элвис Пресли, точнее не самого Шазама, а как раз его верного соратника Фредди, известного также под псевдонимом Капитан Марвел младший. Даже знаменитый сценический образ с цветастой накидкой Элвис позаимствовал именно у него. После того, как в издательстве DC об этом узнали, Капитан Марвел младший сразу же стал фанатом Элвиса. Маркетинговая многоходовочка из старины. Факт номер 9. Сила продвижения. Как весело, а главное дешево продвинуть фильм в массы, конечно же, организовать серию розыгрышей, в которых простой люд будет загадывать желание, говорить заветное слово и оп, желание исполняется, да еще и руками исполнителя главной роли. После такого некоторые даже в обнимашки лезли. And open your eyes. Oh, he is so funny. He just made $100, right? Can I get a hug? Yeah, I'm not stopping you. It's up to him. Don't let go. Факт номер 10. Деньги не пахнут. Вы не поверите, но Шазам, ко всему прочему, еще и единственный супергерой, который берет за свои услуги деньги и даже показывает за деньги трюки на потеху публике. Школьник, что с него взять? И вообще, вы себя в его годы помните? Если вы прямо сейчас не школьник, конечно. Шазам, кстати, далеко не самый популярный герой в наших краях, да к тому же еще и самый нестандартный. Тем не менее, в мировой поп-культуре он занимает одну из самых весомых ролей. Да что говорить, он, собственно, был одним из первых супергероев в принципе. Так что, если вы не хотите, чтобы в ваших супергероях геройских знаниях были пробелы, срочно отправляйтесь в кино. А знаете, куда вам еще стоит отправиться? На нашу Facebook-страничку, ведь там у нас на секундочку невероятный конкурс, в котором вы можете выиграть один из 3 брендированных призов по Шазаму. Наушники, значок и фирменную футболку, которая, ко всему прочему, еще и светится в темноте. Вот видите, даже у вас могут быть суперспособности. Достаточно просто приложить немного усилий.